такой закат. Завтра, наверное, ветрено будет. Небо какое. А я всю фасоль собираю, пока совсем не стемнело. Бабушку я проводила. Днем сегодня приехала, чтобы остаться до среды. Мы с ней собрали все. Я ее проводила до остановки. Две большие коляски погрузили. И я осталась работать. Работы. Вот, просто если вам показать. Это, я даже не знаю, у меня слов нет. Все в траве. О, сверчки запели. Баклажанчики какие большие, да? Вот они. В этом году вообще баклажаны шикарные. А там виднеется травка, муравка. Вся уже запушила. Семена уже скоро даст. Ой, ничего не успеваю. Мне сейчас самое главное вот фасоль собрать. Фасоль. Потому что она уже сыпется. Вот со стороны сейчас покажу, как это выглядит. Вот и тра-ля-ля-ля, работка моя. А вот с этой стороны. Как она выглядит. Недавно зеленая вся была. Сейчас все. Вот так вот. И вон еще фасоль меня ждет. Вот тоже плантация. Срочно собирает, просто срочно. Вот сижу, пока совсем не стемнело, буду собирать. Вот она высокая такая, на шпалерах у нас. Вот так вот сижу. И вот она где зеленая висит, а где уже она поспела. Вот. Я ее вот так вот снимаю. Потому что если ее не снять, она сейчас вся осыпется. Тут фасолька. Вот мешочек складываю. Короче, все в дело. Ее шелушим. И вот эту вот эту шелуху туда, в удобрение. Очень полезно. Ну, я прислушиваюсь к бабушке. Она уже знает, к маме моей. Она уже опытная. Опытный человек. Я не могу, так звенят. Прикольно. Ну все, я больше не могу, меня зажрали окончательно. Мошки, комары какие-то появились. Стрекозы вроде летают. Умничка. Все, иду. Я, кстати, вон, в сапогах сижу. Иду, заношу в домик. Домик-склад. Заношу фасоль. Уже темнеет. Вот, мама сказала, сюда ее высыпать. А вот смотрите, она даже видно, да? Вот мы ее собрали, да? А это ведь она сама трескается уже. Вот рассыпается, вот видите? Вот она рассыпается. Вот так она, если ее не собрать вовремя, ну, с этих, с кустиков, ну как их называют, все, она вот вся в земле будет, и потом мы уже ее не найдем. Она сразу в землю уходит, прирастает. Ну вот. Я собрала. Завтра срочно собирать. Хотя у меня другие дела были намечены. Вот таким образом.